Друзья, всем привет! Сегодня 2 мая 2021 года, и вчера, наконец-то, я открыл свой мотосезон. Я в этом деле новичок, дилетант, скажем так, катаю всего второй сезон. А в том сезоне у меня был Kawasaki ZR400, то есть 600-ка, 400-ка, слабая, да. Но я специально брал себе на первый байк мотоцикл не особо мощный, чтобы отточить хоть какие-то навыки и не разложиться. Старался подходить, короче, головой к вождению байка. Начиная с этого видео, я хочу снимать для вас различные мотоциклы и делиться своим мнением, мнение как новичка. То есть, каково вот мне, какие эмоции дарит конкретный байк. И уже вторые сутки я катаюсь на данном пепелаце Kawasaki ZX6P 600 кубов. Он относится к категории спортбайков, и скажу так, ну, мне особо не с чем прям сравнить, у меня нет, да, такого арсенала за плечами. Но я буду сравнивать именно его, я буду сравнивать с Зизером, потому что из всего того, на чем я ездил, это была еще Honda Steed, но это совсем другой класс. В общем, в этом видео я расскажу свои впечатления о данном байке и буду проводить некие параллели с Зизером 400-кой. А в дальнейших видео я буду брать другие спорты и сравнивать их уже между собой, сравнивать их с этой Кавой. Так что как-то так. Это новая рубрика на канале. Поехали! Друзья, ну и сразу с первого видео я хочу добавить такую вставку, чтобы вы помнили, что самое главное – это ваша жизнь. И поэтому я настоятельно рекомендую соблюдать ПДД вами, не превышать скорость, не нарушать скоростной режим и так далее. И я к этому как бы вас не мотивирую, не подталкиваю. Вне зависимости от того, что вы увидите даже в моих видео, это не является примером. Как бы то, что делаю я, это, ну, моя жизнь, мой риск. И я не хочу, чтобы, ну, типа, вы думали, что так делать нужно. Нет, ни в коем случае. Соблюдайте ПДД, соблюдайте скоростной режим, ездите по всем правилам. И главное, с головой, с умом. Я считаю, это важно. Это самое главное, в принципе, чтобы проездить на мотоцикле всю жизнь, а не один и не два сезона. Как бы печально это ни звучало. Друзья, как я уже сказал, опыт вождения байками у меня небольшой. И ездив в том сезоне на Зизере, он относится к спорт-туристам, я не понимал вообще, как парни ездят на спортах. Я не понимал посадку в жесткость. То есть мне казалось, что это вообще очень неудобно, некомфортно и так далее. Но покатавшись сутки вот на данной Каве, я очень поменял свое мнение. И опять же, сравнивая с Зизером, понятно, что он в два раза мощнее там по лошадям, но в целом он меньше, чем Зизер, то есть он короче, им легче управлять, это реально. И, ну, динамика, даже несмотря на то, что это 600-ка, мне лично динамика очень понравилась. Он едет, на мой взгляд, довольно-таки бодро. Вот. Я прям кайфанул, мы катались со вторым номером вчера, и, ну, динамики хватает. Как бы, неважно, один ты едешь или вдвоем вы едете. По крайней мере, вот мне, как дилетанту, динамики за глаза. И пока что не знаю, нужен ли мне литр, но я думаю, за этот сезон я попробую литр по-любому и также с вами поделюсь мнением. В общем, сравнивая данную Каву ниндзя, как вы можете увидеть в простонародье ниндзя, ну, с тем же Зизером, это небо и земля, их даже нет смысла сравнивать. Мое мнение об данном мотоцикле, мне он очень понравился. В плане рулежки, в плане подрыва, тормоза. Ну, меня все устроило. Дальше буду ездить на других, буду сравнивать и буду немного возвращаться к нему. Буду его упоминать там в сравнении с той же Honda CBR 600 RR. Обязательно покатаюсь. Я думаю, на Yamaha R6 покатаюсь. И сравню их между собой. За надежность и так далее я не могу отвечать, потому что, ну, я не обслуживаю эти байки там сезонами. Поэтому я в этом не уверен и за это говорить не буду. Я буду делиться с вами чисто своими эмоциями
теми эмоциями, которые дарят эти мотоциклы. Как-то так, друзья. Подпишись, пожалуйста, на канал, если тебе, в принципе, интересна данная мототематика. Я буду ее развивать по-любому. И обязательно, если уж ты подписался, поставь, пожалуйста, колокольчик, чтобы ты знал, когда выходят новые видео, и сразу мог их смотреть. Для тебя это ничего не стоит, а для меня это очень важно. И я вижу, есть ли толк от данной моей работы, от съемки видео и так далее. До встречи на канале, до встречи в новых видео. Спасибо за просмотр. Пока. We'll be right back.